Всем доброго времени суток, это Invest Warrior, и сегодня я хотел бы показать вам проект Utrum по адресу utrum.io. Это децентрализованная ревью-платформа, то есть по сути здесь будет много ревью по инвестициям, где новички смогут смотреть ревью экспертов и покупать определенные криптовалюты, а эксперты смогут зарабатывать лишние деньги и тем самым все в профите. Это чем-то похоже на, когда вы покупаете чьи-то предсказания, например, в спорте. Там есть тоже определенное ревью, кто-то плюсует, кто-то минусует, и вы как инвестор, как новичок, можете просто купить себе подписку и пользоваться у знающих людей. То же самое будет для криптовалют. Здесь будет в экосистеме задействован блокчейн, дальше мудрость народа, то есть все будет определять голоса людей, и искусственный интеллект. То есть вот эти три вещи соединят этот проект, и можно будет пользоваться. Ну, рассмотрим более подробно. Во-первых, это, как я говорил, будет децентрализованная платформа, где будут крипто-ревью, анализ, информация. Да, ревью — это, по сути, отзывы. Может, не все знают английский язык, поэтому я объясню эту вещь. Дальше будет CrowdWisdom плюс AI, то есть CrowdWisdom — это мудрость народа и искусственный интеллект. Аналитики и искусственный интеллект позволят мемберам делать более выгодные инвестиции. Ну и будет механизм вознаграждения, где пользователи получат деньги за ревью, за анализ и за предсказания рынка. То есть здесь можно будет покупать не только ревью на ICO, а также отзывы и анализ на будущее, например, какой-то определенной криптовалюты, где люди будут выкладывать. Ну и дальше идут, что проблемы есть у инвесторов, проблемы есть у новичков криптовалют, у крипторазработчиков, у криптоаналитиков. И, собственно, эта платформа Utrum все решает. Здесь будет ревью и рейтинги для каждой криптовалюты, токенов и ICO. Ну и, понятное дело, здесь будет также база данных, которая будет анализировать продукты, сервисы, команду ICO, новости и так далее. В принципе, здесь будет решаться очень много проблем. Вот. И как это будет работать? 25% токенов будет продано, и, соответственно, еще будет reward pool 50%. Итак, как будет использоваться токен? Токен будет использоваться многими способами. Первый способ – это люди могут просто спрашивать мнение экспертов, совет – это первое использование. Второе использование – это подписки, то есть вы можете подписаться на экспертов и следить за их инсайдами. Третье – это вы сможете покупать, продавать сервисы, связанные с криптой. И последнее – это крипто и ICO разработчики смогут иметь доступ на сервисы платформы. Очень много способов будет использовать этот токен, но основной способ, понятно, это подписки и мнение экспертов. Ну и, соответственно, дальше токены, которые вы использовали, распределение следующее. 50% получит тот, кто создал контент, 15% токенов сгорит, 10% получит месячный loyalty bounties, то есть это, в принципе, рефбэк. Вы заиспользовали что-то, вы получаете 10% обратки. И 25% идет на инфраструктуру. То есть все токены, они будут потихоньку сгорать, и их будет становиться все меньше и меньше. Вот. Ну и дальше, что как же делится контент-ревард, вот эти 50%. Из них 70% уходит на ревью аналитикам, 30% на рейтинги. Здесь будет 24-часовая заморозка, чтобы увидеть рейтинги. И будет 15 дней payout, то есть через 15 дней, как вы продали услугу, то есть получили средства на пост или еще на что-то, вы получите деньги. Это очень похоже на Steemit, то есть там система, ну, вот реально похожа, там 7 дней заморозки, ну, на голос похоже, кто вот русскоязычный, многие на голосе сидят. И, соответственно, Utrum будет похож на Steemit, на голос, и здесь тоже будет reward pool, здесь будет тоже, соответственно, использоваться токены, и, возможно, это даст дополнительный приток криптоинвесторов,
в этот мир. Также важно отметить, что все, кто купит токены, будут ими владеть, будут получать 5% годовых в токенах. Но здесь заморозка будет на 8 недель. То есть вы сможете заморозить ваши токены, чтобы они получали 5% годовых. Это не очень большая сумма, но для инвесторов, кто хочет диверсифицировать свои средства и при этом еще получать прибыль, это очень неплохо. В принципе, у Steemit есть похожая функция. Итак, дальше Wallets и Exchange, то есть это кошельки и биржи криптовалют. Как видно, уже есть Agama кошелек и BarterTex биржа. В принципе, это оба связаны с Комодо, то есть это кошелек, который интегрирован в Комодо Wallet, и, соответственно, биржа тоже связана с Комодо. Почему с Комодо? Потому что, в принципе, если вы посмотрите ниже, там разработчик, фаундер этого проекта связан с Комодо, или адвайзер, я точно не помню. Ну, в любом случае, здесь будет и кошелек Комодо, и, соответственно, BarterTex тоже связан с Комодо. То есть уже будут продавать и менять эту криптовалюту, и уже можно эту криптовалюту держать на своем кошельке. Дальше есть скриншоты, как это будет работать. Вот примерно так, здесь есть различные скриншоты, крипторевью, как будет работать, какой проект можно рассматривать. Конечно же, это Комодо. Дальше криптоанализ, куда пойдет, вверх-вниз, вы можете это подписываться, как видно, вот. Будет даже социальная сеть, вот 800 фолловеров. То же самое Market Prediction, куда пойдет вверх-вниз. И видно будет Trust Factor, сколько людей доверяют, сколько удачных предсказаний, сколько неудачных. То есть здесь видно 50 удачных, 26 неудачных. Всего 76. То есть здесь, по сути, будет сеть, где вы сможете смотреть за предсказателями в крипте, за экспертами. И подписываются на их сигналы, так называемые, на их предсказания. Ну и самому можно будет тоже что-то предсказывать и использовать. Дальше идет сравнение с известными сервисами. В принципе, вот у Utrum'а будет 216 миллионов токенов, у Steemit 273 миллиона, у Revain'а 484 и у Syndicator'а 2 миллиарда токенов. И Market Cap'а, как видно, 500 миллионов у Steam, но уже на самом деле под 700, я сегодня вот рефрешил, и у этих тоже побольше, но Utrum потенциально может их сделать по нескольким причинам. Это будет приватная монета, здесь будут крипторевью, криптоаналитики, ну и так далее, да, то есть здесь очень много плюсов, и главный плюс по мне, это токены будут уменьшаться. То есть с каждым днем, если проект будет развиваться, то есть трафика на нем будет становиться больше инвесторов и аналитиков и так далее, а токенов как бы было 216 миллионов, и потом будет постепенное уменьшение. Поэтому из-за вот этого бёрна может реально проект цена вырасти. И это очень актуально для инвесторов, поэтому лучше покупать такие монеты, которые бёрнутся раньше, то есть сжигаются, потому что это может принести хорошую прибыль. Ну и рассмотрим дальше roadmap. Концепция появилась в сентябре 2017, команда в октябре 2017, проект анонсировали в декабре 2017, white paper в феврале 2018, ICO токен sale в апреле, вот сейчас 2018. И уже в июне будет exchange листинг, соответственно, через 3 месяца. Ну, включая этот месяц, а так 2. Дальше будет альфа запуск этой Utrum'а и бета в начале 2019. Ну, можно сказать, что, в принципе, все очень быстро будет, учитывая особенно, что биржа уже Комодо готова принимать эту криптовалюту, и инвесторы не будут долго ждать. Но я советую все-таки в этот проект вкладывать не на 3 месяца, а на долгосрок типа года. Потому что, когда платформа начнет набирать силу, чем дальше она пойдет, тем быстрее будут сжигаться токены, и тем больше они будут расти в цене. Поэтому для ранних инвесторов есть смысл войти, мне кажется, на долгосрок, а не на какие-то 3 месяца. Ну и перейдем дальше. Вот команда и комьюнити. В адвайзерах видно Комодо фаундер, основатель Комодо. И вот, собственно, из-за него и есть уже связи с воллетом и с эксченджем. Ну и дальше команда. Команда, кстати, в основном с Азии, как видно,
Но также присутствуют и некоторые люди из других стран. Есть амбассадоры. Ну и, как видно, есть много социальных сетей. Это Bitcoin Talk, Twitter, Medium, Reddit, Telegram, YouTube, GitHub, LinkedIn и Facebook. А также есть Slack-чат. Здесь есть раз Slack-чат и два Slack-чат. В принципе, это уже неплохо. Можно посмотреть код на GitHub, можно посмотреть разработчиков на Slack-чате. Потенциально это может быть очень профессиональный проект, и мне пока он очень нравится. Ну и дальше, как видно, очень много листингов. Это Track ICO, CoinGecko, ICO Bench, Best Coins, ICO Expert и так далее. Все оценивают этот проект в достаточно большие баллы. И, в принципе, понятное дело, потому что он очень может сильно выстрелить. Ну и если вы хотите все-таки токен купить, тогда нажимаете токен Sell кнопку. Продажа стартует 24 апреля 2018 года и, как видно, принимают Bitcoin, Bitcoin Cash, Komodo, Zcash, Dash и Litecoin. То есть следующие криптовалюты. И чтобы купить, можно заранее войти в whitelist. Для этого нажимаем Join Whitelist. Открывается страница и, как видно, 30% Komodo бонус до 10 мая. Вот, если вы войдете, чем раньше вы войдете, зарегистрируетесь и примите участие, тем, соответственно, больше у вас будет бонус. Дальше бонус будет уменьшаться. Ну и, как видно, токен-холдеры получат 5%, если заморозить на 8 недель годовых прибыли. Дальше бесплатно подписку на 1 год и премиум-функции различные тоже будут. И рассмотрим токен-детали. Хотят собрать 1 миллион долларов софткап, а хардкап 5 миллионов долларов. Цена одного токена будет 0,12 долларов, и сейчас бонус будет 30%. Ну и, как видно, 216 миллионов токенов будет всего. Ну, это мы уже видели из таблички. Ну и рассмотрим распределение токенов. Соответственно, платформ, контрибьюторс, это кто будет использоваться платформой. Ну, это вот эти реварды, эксперты и так далее. Все, кто будет пользоваться платформой, 50% будут иметь токенов. Дальше команда будет иметь 15% токенов, на операции, на резервы 10%, на токен сел 23% инвесторам и 2% на баунти и рефералов. Вот такое распределение. Очень похоже на распределение бывшего Steam. Это было тоже не очень много для ранних инвесторов, но надо понимать, что ранние инвесторы, они, когда участвуют в проекте, вы сможете очень быстро эти токены получать, вот эти 50% куска. Поэтому я советую всем по-любому принимать участие в этом проекте. Потому что ранние инвесторы получат токены очень быстро. И ранние пользователи. Даже если вы не будете инвестировать, то хотя бы пользуйтесь. Но инвесторам 30% бонус – это тоже неплохо. Ну и рассмотрим дальше. Токен будет называться OOT. Он будет на Komodo сделан. Ну и, в принципе, основную информацию мы уже имеем. Ну вот, еще важно отметить, что при ICO будет с 24 апреля по 10 мая, вот 30% бонус. И дальше будет Main ICO с 20 мая по 20 июня. То есть 20 июня заканчивается ICO. И минимальная покупка $60, максимально $60,000. Вот такие вот дела. Не так уж и мало здесь можно вложить. Ну, здесь есть реферальная программа, 5% бонус. Дальше команде залочат, соответственно, на 2 года эти токены. Ну, дальше идет небольшое сравнение. Roadmap, это уже все было. В общем, основное мы рассмотрели. Также я советую сверху почитать white paper. White paper 38 страниц. И здесь можно найти основные вещи, как этот проект будет работать, как будут токены использоваться, как они будут, соответственно, сжигаться и так далее. То есть вся информация там. Но, в принципе, сейчас вот при ICO стартует 24 апреля, вы можете войти в whitelist, зарегистрироваться. Ранним инвесторам 30% бонус, а вот когда вы будете участвовать с 20 мая по 20 июня, бонуса уже, скорее всего, 30% точно не будет. На этом обзор этого проекта утром я заканчиваю. Все ссылочки будут под видео. С вами был Invest Warrior. Инвестируйте и зарабатывайте.